Первый дом жилого комплекса «Фрегат-2» встречает новоселов. 349 квартир, помещение для консьержа, просторный холл, 4 лифтовых кабины. Люди активно заселяются, знакомятся, делают косметический ремонт. На подходе еще 2 дома по улице Нейбута. Дом сдали 25 мая 2018 года. «Фрегат-2» стал первым на профессиональном уровне зеленым проектом в Приморском крае. Объект получил серебряный сертификат российской системы по повышению энергоэффективности объектов недвижимости «Green Zoom». В квартирах предусмотрено индивидуальное управление микроклиматом, в том числе автоматизированная система учета электро- и водопотребления, установлены энергоэффективные лифты, энергосберегающее освещение, встроенные датчики движения в местах общего пользования, терморегуляторы на радиаторах отопления. Предусмотрен раздельный сбор мусора и последующий вывоз его на переработку, парковочные зоны, стоянка для велосипедов. На объекте есть все, что нужно для гармоничной и комфортной жизни в нем людей. При строительстве всех домов «Фрегат-2» применялись только экологически чистые и безопасные материалы. Недвижимость в первом доме «Фрегат-2» продается с черновой отделкой, однако к началу строительства второго дома «Жилкап Инвест» увидел интерес покупателей на жилье с готовым ремонтом и разработал 2 варианта внутренней отделки, так что во втором доме квартиры будут продаваться с полным косметическим ремонтом. Получив ключи от квартиры, останется только подобрать мебель и нужные мелочи, которые придадут уют и стиль интерьеру. Еще один плюс покупки квартиры под ключ – отсутствие назойливых звуков перфоратора и прочих радостей ремонта. Во всех домах комплекса множество различных планировочных и дизайнерских решений. Олег Завьялов, Катерина Матвеева, Евгений Опарин. Новости на Восьмом.